Самый дорогой ресурс государства – земля. Вопросы ее обращения как для юридических, так и физических лиц всегда были и будут актуальны. Это и строительство жилья, социальной и производственной инфраструктуры, дачных участков и выделение земли для использования в сельскохозяйственном производстве различными формами собственности. Земельные вопросы наравне с проблемами ЖКХ наиболее часто озвучивают люди в своих обращениях. Эти вопросы требуют самого пристального внимания, как в работе непосредственно с гражданами, с юридическими лицами, с индивидуальными предпринимателями. Ну, все мы ходим по земле, все издания, сооружения находятся на земле, поэтому каждый мы так или иначе соприкасаемся с данными вопросами. Ну, естественно, 527 этих обращений, они есть разные, где-то и обоснованные, где-то и с просьбой выделить земельные участки, где-то и такие затянувшиеся споры. В прошлом году в области образовано 51 фермерское хозяйство. Райисполкомами было предоставлено для ведения крестьянских хозяйств более 4000 гектаров земли. Выделено 472 участка под строительство частных домовладений, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Вся работа структурных подразделений землеустроительной службы области в 2022 году была направлена на соблюдение земельного законодательства. С 1 сентября минувшего года вступило в действие новое положение о пользовании землей, так называемая земельная амнистия. Работа с этим документом добавила работы специалистов на местах и внесла коррективы в дело производства. Граждане пока присматриваются. То есть вопросы, понятно, что есть новые полномочия и у местных властей, и у граждан появились возможности более широкие для реализации своих прав, что ранее не было предусмотрено законодательством. Но граждане присматриваются. Есть, поступают обращения для рассмотрения в исполкомы о возможности изменения целевого назначения земельных участков, разделов. Но учитывая то, что все это платно, предусмотрена необходимость внесения платы за землю соответствующую, да, в бюджеты. Поэтому граждане пока думают. В текущем году подразделение землеустроительной службы продолжит работу над вопросами учета неиспользуемых земель. Их необходимо привести в порядок и вовлечь в оборот. Для Брестской области особенно актуально обращение с мелиорированными землями. Таких в этом году необходимо привести в порядок почти 30 тысяч гектаров. Финансирование на эти цели по отношению к 2021 году увеличится практически в 3 раза. Юрий Печур, Станислав Линик, телерадиокомпания «Брест».